Главное, что нужно знать про шопинг. Если вещь не понравилась тебе в магазине, ты не будешь ее носить. В магазине она должна подойти идеально. Так что прежде чем выберешь что-нибудь, представь себя в ней. Спроси себя, это я? Как тебе это? Это ничего. Нет? Ладно. Смотри здесь, а я посмотрю там. Зачем им столько курток из пластика? Боже, из чего это сделано? Вот это? Это тебе нравится? Хорошо. Хорошего дня. Выучите что-нибудь. Не надо так нервничать. Майкл, ты хочешь здесь остаться? Если ты хочешь остаться на какое-то время, нужно обустроить тебе спальню. Посмотри на это. Ты почти сломал диван за 10 тысяч долларов. Ты хочешь остаться, Майкл? Я не хочу уходить в другое место. Хорошо. Эс-Джей, выключай приставку. Еще не прошло 2 минуты. Спокойной ночи, миссис Той. Так, это твой стол, комод, ночник, лампа, сигнализация. Шон сказал, все профессиональные спортсмены покупают матрасы отдельно, если не могут найти большую кровать. Рамка, которая была в комплекте, просто ужасна, поэтому я купила тебе другую. Это мне? Да, сэр. Что? Никогда раньше не было. Чего, своей комнаты? Кровати. Теперь есть.